Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока атомной электростанции Акую. Как передает канал 13 со ссылкой на РИА Новости, ранее глава Минэнерго Турции Фатих Дönmez заявил, что ожидая 10 марта онлайн-участие Путина и Эрдогана в церемонии заливки бетона фундамент третьего блока. Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока Акую и готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства, сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что совсем недавно между главами государств состоялся весьма обстоятельный телефонный разговор, во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте. Каких-то других субстантивных переговоров, помимо тематики Акую, не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты, отметил он.